в более торжественной обстановке и очень надеялись, что этот праздник помогут нам сделать и преподаватели музыкальных школ, и руководители музыкальных школ, которые пригласят сегодня участников конкурса, их родителей. Мы всегда и специально делаем награждение в выходные дни для того, чтобы родители смогли прийти и посмотреть на своих детей и оценить те знания и умения, которые дети получают, обучаясь в наших музыкальных школах. Ну, я думаю, что в следующем году наши руководители этот вопрос решат несколько другим способом. Вот, и мы, безусловно, будем и дальше продолжать традиции нашего конкурса городского музычного селка. В этом году 11-й раз проходит наш конкурс. Как вы знаете, он проходит по всем номинациям, по всем инструментам. И вы знаете, очень здорово, что не только солисты принимают участие в нашем конкурсе, но и коллективы, дуэты, трио, квартеты, и, как вы видите, большие коллективы. Вот, казалось бы, еще 5 лет назад такого количества больших ансамблей у нас в городе не было. И вот возможность и получить нагрузку в часах в школах для педагога, и возможность выступать, пусть и не на большой, но все-таки сценах нашего города, не только конкурс музычного селка, но и масса мероприятий у нас в городе проходит, куда мы с удовольствием приглашаем именно скрипачей и виолончелистов, вот, именно подтолкнуло коллективы для того, чтобы создавать большие ансамбли. И вот таких ансамблей у нас уже много, и старшего возраста, и среднего, и младшего возраста. И мы будем надеяться, что этот жанр будет развиваться и дальше. Конечно же, скрипка, виолончель, как вы знаете, это инструменты, ну, одни из самых сложных, которые есть вообще в музыке. Это инструменты, как можно сказать, интеллектуального уровня. И те затраты душевные и физические, которые тратят и дети с самого маленького 5-летнего возраста для того, чтобы овладеть этими инструментами, и педагоги, сколько тратят усилий для того, чтобы научить ребенка слышать, слушать, владеть этими сложными инструментами, конечно, заслуживает самых наивысших похвал. Нельзя не сказать о родителях, которые запасаются терпением на много-много лет для того, чтобы помочь своим ребятам стать мастерами и исполнения на этих инструментах. Поэтому, кто есть здесь в зале родители, вам тоже огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Сегодня концерт у нас, как вы видите, не очень большой, и так совпало и по времени, что начинается эта непонятная эпидемия. Болеют много ребят, даже те, которые вчера играли на конкурсе и получили места, уже на сегодняшний день они, к сожалению, заболели, не смогли мы сделать концерт в полном объеме, в котором планировали. Но я думаю, что те номера, которые вы послушали, вы поняли, насколько хорош уровень подготовки наших ребят, хотя, безусловно, профессионалы прекрасно знают, что останавливаться на достигнутом нельзя, еще много-много чего нужно и поправить, и сделать, и достичь в своей работе. О чем, я думаю, что в каждой на секции и будет разговор, и разбор, и анализ, и вопросы, и ответы. А сегодня хотелось бы, конечно, поздравить всех участников конкурса и уже традиционно вручить всем участникам, кто был вчера на конкурсе, наши дипломы. Дипломы за участие и дипломы за первое, второе и третье места. И мы приготовили небольшие сувениры для ребят, которые заняли места в дуэтах. У нас вот такие замечательные будут. У
вот такие замечательные ребята-победители и ребята, которые выступали в коллективах, будут у нас вот такие памятные медали с памятной надписью. Это награда для коллектива-участников. Для того, чтобы наградить вас, я приглашаю помощь Александра Викторовича Лисикова. Уже на месте. Директор 14-й музыкальной школы. И называем участников. Большая просьба, если есть ребята, подходите, участники. Если нет, значит, пожалуйста, представители школы. Ольга Анатольевна, может, вы нам поможете с медалями? Вначале мы вручаем дипломы участников. И приглашаем за этим дипломом квартет скрипачей, музыкальная школа номер 11, руководитель Кожниченко Ольга Владимировна. Трио скрипачей Задорожнее, Бердик и Макаренко, музыкальная школа номер 19. Щербаков и Анна Никишова, музыкальная школа номер 2. Дуэт скрипачей Дроздов Стас и Азиатцева Мария, музыкальная школа номер 14. А теперь наши лауреаты. Дуэт скрипачей Прокуратова Яна и Косинский Павел, музыкальная школа номер 15, второе место. Целью какой-то номинации давать только одно первое, там два вторых и три третьих, как это принято на конкурсах, мы оценивали детей по факту. По факту набранных баллов. И совершенно мы не регулировали, сколько каких мест должно быть. Вот как дети выступили, такие места по баллам они получили. Поэтому очень приятно, что высокие оценки, высокие баллы получили у нас дуэт скрипачей Джинкова Мария и Золотаревский Костя, музыкальная школа. Также третье место получает дуэт скрипачей «Барабанщик».
Баржа 7 и Мариенко Иван, музыкальная школа номер 10. По сумме баллов второе место разделили дуэт скрипачей Милютина Влада и Яшнева Анастасия, музыкальная школа номер 9. Шмырига Анастасия и Клименко Вадим, музыкальная школа номер 9. И очень приятно, что первое место в этой номинации среди малых форм дуэтов получили самые маленькие участники конкурса, и вы их сегодня слышали. Дуэт скрипачей «Небарачка Даша» и «Родь Майя», музыкальная школа номер
видите, первого места в этой номинации нет, как я говорила, по сумме полученных баллов. Для больших коллективов мы разделили возраст участников, и поэтому у нас появилась средняя группа. И грамота за участие вручается ансамблю скрипачей средних классов музыкальной школы номер 18. Что 18-я школа в этом году показывает уже свои коллективы на этом конкурсе. Несколько лет назад, по-моему, не было даже отдела струнного в этой школе. Сегодня вот уже сколько участников. Ансамбль скрипачей «Фермынка», музыкальная школа номер 3. Грамота за участие. Ансамбль скрипачей «Родничок», музыкальная школа номер 17. Грамота за участие. Ансамбль скрипачей «Гармония», музыкальная школа номер 9, получает третье место. Второе место присудили ансамблю скрипачей средних классов «Пиццикато», музыкальная школа номер 10. И первое место в этой категории получил ансамбль музыкальной школы номер 15 «Фантазия». Первое место. Мы постепенно движемся к завершению. У нас остались старшие, которые будут продолжать. Многие из которых будут продолжать свое обучение в музыкальном училище, в консерватории. Поэтому особенно приятно вручать эти грамоты. Тем более, что вот жюри своим решением присудили этим большим коллективам, именно большим коллективам, звание лауреатов. Поддержать тех преподавателей, которые работают с большими коллективами. Мы все знаем, какой это труд. И поэтому третье место по сумме баллов мы вручаем ансамблю скрипачей старших классов «Ронда», музыкальная школа номер 3. Ансамбль скрипачей музыкальной школы номер 16. Третье. У нас в городе существует один единственный камерный оркестр. И сегодня мы вручаем этому оркестру детской музыкальной школы номер 2, оркестр «Сонет», диплом за второе место. Одно почетное первое место
получает ансамбль скрипачей музыкальной школы номер 14. На струнных инструментах у нас 700 детей в городе. И только один коллектив виолончелистов в таком количестве работает в детской музыкальной школе номер 7. И уже много лет этим коллективом руководит Фролова Светлана Алексеевна. Замечательно учатся этому сложному виду искусства, но еще и очень тепло и нежно любят своих руководителей. Мне очень приятно, что по сумме баллов, как говорят на украинском, одноволосно, одностайно получили высший балл 12, коллектив «Кантилена», и мы им вручаем гран-при.
Хочется пожелать вам просто человеческих успехов в жизни, чтобы ребята хорошо учились, чтобы перед ними открывались все самые лучшие дороги в жизни. До следующей встречи в следующем году.